that means our lives. We will stop at nothing. We will fight for the lost. Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате Mass Effect 2. Запасайтесь булками и готовьте лимонад, друзья, потому что сегодня мы с вами отправимся встречать Лиару. Она находится на Илюме. Давайте посмотрим, где это. Так. Талия, это не та Талия, которая была у нас в первой части. Так, Илюм у нас в туманности полумесяца. Вот я его вижу. Там же у нас еще задание. Завербовать юстицара. Завербовать наемного убийцу и передать Лиаре разведданные. Так, где вот из-за вот этой вот... За наложение вот этой вот панельки пределы Смар. Не видно, где туманность полумесяц находится. А, вон она где. Что у нас по топливу? А, да все в порядке, в принципе. Илюм. Причем все задания именно на Илюме. Ну, отлично. Илюм – классическая планета Сад, которая служит перевалочным пунктом между системами Терминус и республиками Азари. Чтобы дать толчок торговле, правила, касающиеся провоза запрещенных материалов, оружия и разумных существ, на Илюме сделаны менее строгими. Официально Илюм не является миром Азари, он колонизирован и управляется в интересах азарийских корпораций. Это дарит Илюму такую же законодательную свободу, что и корпоративным анклавам людей на Наверии. Илюм – одна из самых молодых колоний Азари, основанных во время седьмой волны переселения. Первые из детей, рожденных здесь, едва достигли среднего возраста. Планета горяча и тяжела, свободное поселение возможно только у полюсов. Ближе к экватору население живет в аркологических небоскребах, чтобы спастись от излучаемого поверхностью жара. Окей, приземляемся. Надеюсь, Лиара нас хорошо встретит. Не так, как Эшли. Так, берем с собой мы Грюнта. Ну и пускай будет Джейкоб. Так, у нас 4 очка отряда. Отлично, значит прокачаем напор адреналина. Хотя его все равно не использую. Я про него забываю. Как-то, но... А давайте, когда мы хорошенько его прокачаем по максимуму, тогда он действительно будет хорошим навыком. Так. Оставить это очко или прокачать, к примеру, оглушающий выстрел. Давайте пока что ставим это очко одно. Хочу докачать напор адреналина до максимума, а потом уже качать дальше все эти выстрелы и патроны. Welcome to Nos Astra, Commander Shepard.
We've been instructed to waive all docking and administration fees for your visit. My name is Karina. If you need information about the area, it would be my pleasure to assist you. Хорошо, а почему меня пускают бесплатно? Who instructed you to waive the fees? The order came from Liara Tassoni, who paid all fees on your behalf. Ничего себе. She also asked that I direct you to speak with her at your convenience. She's near the trading floor. У торгового зала отлично. Again, направляемся сразу туда. City, Commander. Please enjoy your stay. Customs records indicated just a car named Samara is visiting this port, Shepard. Your former teammate, Liara Tassoni, may have more information. Her office overlooks the trading floor. You may wish to speak with her regarding the whereabouts of Thane Krios, the assassin on your dossier, as well. Да сейчас я о другом хотел бы с ней поговорить. Осталось только разобраться, где здесь торговый этаж и так далее. Excuse me, are you Commander Shepard? Ну да, вообще-то. You're Commander Shepard. I saw your, I guess you would say your aura. I'd recognize you anywhere. I was asked to give you a message if I saw you. It's from a friend you made on Novaria. Я слушаю. What message were you asked to give? Shepard, we hide. We borrow. We build. But we know that you seek those who soured the songs of our mothers. When the time comes, our voice will join with yours. And our crescendo will burn the darkness clean. Thank you, Shepard. The Rachni will sing again. Because of you. Ты на Иллюме? I'm glad to hear that you're rebuilding. Are you somewhere close by? The Rachni Queen is not here. That message is one of many memories I carry from her. I encountered her on an uncharted world. She saved my life. More than that, she gave me a purpose. They are an amazing people, Shepard. The galaxy owes you a great debt for giving them a second chance. Спасибо за сообщение. Было очень интересно, если честно, его получить. Thank you for giving me that information. I'm glad my friend Anavaria is doing well. Be well, Commander Shepard. You will not see me again. Это же было послание от той самой царицы Рахни, которую я решил все-таки освободить. Я еще волновался, правильно ли я это делаю. А сейчас, как оказалось, возможно, в будущем она к нам присоединится, ну или какую-то помощь нам окажет. Так что я думаю, я правильно сделал, что ее тогда отпустил. Ну ничего, все думали, что я мертв. Я тоже думал, что я мертв. Так, торговец, а может здесь можно поторговать? Welcome. You look like someone who needs high-quality equipment. Feel free to look around. My store has the best tech and biotic equipment on Ilium. Люблю тратить деньги. Is everything here so expensive? I plan to drop a lot of credits today. Really? I'm outfitting a team for a dangerous mission. I need the best and I'm willing to pay for it, as long as you work with me. Well, perhaps I could give you a preferred rate at the kiosk. Here, a small discount, and when I get special items in, you can take a look. Особые товары? What kind of special items are we talking about? Oh, you know, schematics, designs. Nothing illegal, but I may not have all the licenses to sell them. Ну отлично, я у вас хорошенько закуплюсь, если у меня денег хватит. I'll have a look around. Вот сюда, наверное, подойти, да? Так, сила биотического удара. Увеличивает биотический урон на 20%. 75 тысяч! Да что ж за цены здесь такие бешеные? Оно того не стоит. Модуль обхода. Улучшение инструментрона. Вдвое увеличивает время, отведенное на взлом замка. Вот это может быть полезным. 25 тысяч.
принципе, у меня более-менее неплохо получается взламывать замки. Это, наверное, один раз только запорол. Или, может быть, парочку раз, я не помню. Один раз точно помню, что запорол. Ну, давайте все-таки купим, наверное, за 25 тысяч. Я думаю, оно того стоит. Так, а это нужно потом улучшать, это улучшение, или оно автоматически к нам применяется сразу после покупки? Я имею в виду, нужно на корабле потом его еще улучшить и потратить ресурсы. Ну, как раз посмотрим, узнаем. This should come in handy. Запас панициллина. Объем панициллина увеличен на 2. За 25 тысяч, я думаю, это можно приобрести, хотя я это все равно не использую, но на всякий случай. We can use this. Так, а по поводу оружия, например, или чего-то такого? Не? Понятно, оружие здесь нужно только где-то находить или получать. Так, а куда нам нужно? Она где-то возле торгового зала. Так, офис Лиары. Нет, нужно пройти еще прямо, а там уже потом направо. Или это имеется в виду наверху вообще? А, похоже, что-то наверху. Администрация. Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I'll make it simple. Either you pay me, or I flay you alive. With my mind. Чего? Лиара, это ты? Nixaris, hold my calls. Ты меня начала пугать только что как-то. My sources said you were alive, but I never believed. It's very good to see you. Ну, я тоже очень рад тебя видеть. It's good to see you too, Лиара. How are you doing? I'm doing well. I've been working as an information broker. It's paid the bills since you... Well, for the past 2 years. And now you're back, gunning for the collectors with Cerberus. Лиара, давай ко мне в команду снова, как в старые добрые времена. If you know that, then you know that I could use your help. I can't, Shepard. I'm sorry. I have commitments here, things I need to take care of. Да, может быть, тебе нужна помощь? What kind of things do you need to take care of? Are you in trouble? No, no trouble. But it's been a long 2 years. I had things to do while you were gone. I have debts to repay. Listen, if you want to help, I need someone with hacking expertise, someone I can trust. If you could disable security at key points around Ilium, you could get me information I need. That would help me a great deal. Ну, хорошо, я попробую. If it'll help you, I'll take care of it. When you hack one, a server will open somewhere nearby for a short time. You can download data from there, if you hurry. Thank you, Shepard. This may help me pay a great debt. Хорошо, ну, раз уж сейчас нам дают возможность, заодно спросим ее по поводу тех, кого еще нам нужно здесь найти. Самара и Тейн. There's an Asari named Samara here on Ilia. Do you know where I could find her? Samara. Yes. She arrived recently and registered with tracking officer Dara. You can find Dara at the transportation hub. А, хорошо, по поводу Тейна. I'm looking for Thane Krios. He's supposed to be here on Ilium. The assassin? Yes. He arrived here a few days ago. My sources tell me he may be targeting a corporate executive, Nissana Dantius. He contacted a woman named Serena. Serena has an office in the cargo transfer levels. Perhaps she can tell you where Krios is. Окей, но сейчас я буду для тебя задание выполнять. Thanks for the help.
That's all I needed to know. Of course. If there's anything else I can help you with, let me know. А как ты вообще? How's your own work going? Everyone needs information, Shepard. You want to know why I don't drop everything to join you? I need to get that data. It should be about friendship or trust. But that's not the way it works on Ilium. Let me know when you hack those terminals. Give me that, and I can talk to you. Ну, обязательно это я сделаю. If it'll help you, I'll take care of it. When you hack one, a server will open. Это ты уже говорила, Лиара. Ты повторяешься. You can download data from there if you hurry. Thank you, Shepard. This may help me pay a great debt. Ну, пока там еще был вариант по поводу сервопосредника, но сейчас его нет уже. I'll talk to you later, Liara. Может быть, сейчас он появится. Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? Давай найдем сервопосредника. I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. So you rescued me? Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. Получается, что это ты меня спасла? You kept me out of the collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. You don't know what that means to me, Shepard. I didn't know who you'd be when you came back. If you'd feel. They brought you back. And now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years, I hadn't even dreamed. Я так понимаю, он был твоим другом? Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double-dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end, he sacrificed himself for me. I owe him. Ну, в таком случае мы его выручим. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Так, терминал Лиары. Что мы сможем там прочитать? А, это по поводу Юстициара и Тейна Криуса. Ну, это то же самое, что она нам рассказала. В принципе. Так, давайте почитаем, что же нам нужно сделать по квестам. Взять такси до квартиры Лиары. Но ведь сначала она попросила нас повзламывать там кое-что в разных местах. Сколько записей в журнале, ребята? Нужно ждать, пока все обновится в журнале. Здесь, наконец-то, можно теперь почитать. Так. Логово серого посредника. Взять такси до квартиры Лиары. Это можно сделать на стыковочной станции. А по поводу... Она ведь хотела, чтобы мы там кое-что повзламывали, я не понимаю. Сумит Джейкоб, Миранда, что за чудо-ребенок? Нам нужно будет на корабле поговорить с Джейкобом и Мирандой потом.
Так, логово серого посредника. У нас досье на других вообще членов команды. Ну ладно, тогда поедем сразу же к Лиаре. Нам нужна стыковочную станцию. Вопрос такого плана, а где стыковочная станция? Стоянка такси, я так понимаю, сюда? Сувенир Иллиума, кстати, можно здесь зайти. Защитная система Gateway. Тоже что-то можно купить. Так, тогда мы сейчас поворачиваем где-то здесь. Направо, а нет, ли вернуться сюда? Куда нам, как нам сюда попасть? Туда куда-то нужно все-таки. Так, как туда попасть? Да что за опять за лабиринты такие? Нам вот туда нужно, как мне туда попасть-то? Что-то вообще не врубаюсь. Ладно, попробуем методику бежать по левой стороне. А, может быть вот так вот? Нет, это на Нормандию мы пришли. Стоп. Ой, как же сложно здесь разобраться, вот как сюда попасть. How can you short sell on prefabs after these human colony attacks? They're going to see a ton of business. А, вот еще есть проход какой-то. А я его видел или не видел? А, походу я просто слишком слепой, да. Слепой и невнимательный. Не заметил я этого прохода, ну, бывает. Listen, I know the data is vital to the Kurosa family. The Sana Dantius didn't give us time to pack. Lucky I got out at all, her mercenaries were starting to shoot. If she lets us back in, I'll get it, I promise. If not, well, we'll just have to hope. Так, это мы подслушали его разговор, получается, ну окей. Так, туда нам нужно, а где здесь еще можно поторговать? Trust me, the goods coming in from the terminus systems are great for business. I don't know, some of them seem dangerous. That's the whole point. Danger means more contract work for us. You're sure gateway weapons and armor are good enough for Eclipse? Так, жесткое укрепление кожи. Уровень здоровья возрастает на 10%. 90 тысяч. Дороговато. Урон пистолета-пулемета 60 тысяч. Плюс 10% к урону, дороговато. Урон штурмовой винтовки, вот это нужно. Плюс 20%. А что за накладки усилители? Урон, наносимый умениями. За 2000. За 2000, так уж и быть, купим. Урон штурмовой винтовки 60 тысяч, покупаем. Это да, это по-любому нужно. Yeah, I've got a friend in Eclipse. She told me what I needed to get. Good. I'm pretty good at bypassing firewall. Oh, blue rose of Ilium. Let your roots dig deep into the hot soil
Преджекский веслонос, плоско-синяя рыба, известная странными пристрастиями в еде и способом перемещения. Даже не знаю, вот крейсер Альянса, модель кораблика, а почему бы не купить за 500 всего лишь? Грузовое судно класса Атабаска. Это мы покупаем. Ну давайте веслоноса купим уже до кучи. Сувенирчик этакий. Так, как мне взять такси? А, вот. Квартира Лиары, да, выбираем, отправляемся. Так, ну с нами по-прежнему будет Грюнт. По-прежнему будет Джейкоб. Seal off those trace samples and get them back to the lab. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? This area is sealed off. Please step back, sir. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Нашу подругу? Thank you, officer. Your people are dismissed. Вы что, Алиари, что ли? You can't do that. Already done. Tila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? I heard your status was reinstated. Good. You're one of our most famous operatives. Might even get you to sign my chest plate. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker? Dangerous enemy to have. Она оставила послание? Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Ilium is just Omega with expensive shoes. I haven't found anything useful for tracking her down yet. You knew Tassoni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. Так, попытались убить Лиару какие-то сволочи. Ну, мы их найдем. По-любому мы их найдем. Картина изучить. Мы должны изучить все вещи в поисках... какого-то послания. That's not the Asari homeworld. I'm not sure what planet that is. It's Ilos. Так, а вдруг она в холодильнике оставила послание, допустим, в бутерброде? Тоже аквариум. Красиво. Нормандия. The picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean looking objects around the apartment. Let's see what we can find. Так, обследовать протанские реликвии. Окей. Но апартаменты у нее, конечно, крутые. Там заперто, там, наверное, туалет.
Vasir, I've got something here. Backup disk. Let's try it on her terminal. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sagat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Barrier Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say, though, Tassoni, you're making me a little nervous. How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sagat. I'll see you in a few hours. Она в опасности. This must be important. The Shadow Broker's people already tried to kill her once. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. The Barrier Frontiers offices are located on the third floor. I don't hear police chatter. We must have missed the party. Ох ты ж, ёптарный театр. Лиара's in there! Твою ж дивизию! Да что делается-то? What the hell was that? They just took out three floors to make sure she's dead. I'll grab this guy car and seal off the building from the top. I'll start down here and work my way up. Just leave some for me. Так, ну наконец-то нам придется пострелять. А может здесь никого и нету? Barrier Frontier employee. Looks like he got caught in the explosion. Да, учитывая, что здесь был взрыв, здесь, скорее всего, никого не будет. Опа. А, он еще живой просто. Casualty here. Looks like только he's got живой был. Да что ж такое? Watch yourself, Vasir. They used military grade hardware. Его застрелили? Офигеть. Guess this was more than just an explosion. Банкомат? А зачем нам банкомат взламывать? А, ну денег дали хотя бы, ну окей. Так, здесь дверь заперта. Значит, нам только туда. О, бомба! Vasir, I found a military-grade explosive device. It hasn't been armed. Sloppy work. You use that kind of hardware when you don't have time to plan. Vasir, I'm at the Barrier Frontier's office. Liara signed in just a few minutes ago. Understood, Commander. Welcome to Barrier Frontiers. Let us be your guide to limitless possibilities. Expand more. Вот твою ж дивизию напугал меня. Засранец. Vasir, I pinned down. Mercs, and they're well armed. Say hello to the Shadow Broker's private army commander. Weakling! Блин, выскочил прямо так и бросил гранату световую, напугал меня, засранец. Тяжелый штурмовик там спрятался, а?
Ну, давай, покажись. Давай, самого себя там подорви. Ага. Твою ж дивизию ненавижу, гранаты. Вид интересно открывается. Кто твою ж дивизию? Ты откуда ты там стреляешь? А, там проход, там нет стекла. Incoming. Yeah, right on your ass. Ну, где он? Не планирует приходить к нам в гости? Дивизию. Все, всем лежать. А я пойду патроны искать. Где-то я здесь оставлял. Вот. Нету. Нет, это мало, мне еще нужно. О, хорошо. Vasir. These damaged pipes are on fire. They're blocking the stairs. Look for a switch to activate the fire suppressant systems. Got it. Should be clear now. Good. I'm on my way down. Ну, надеюсь, с Лярой это все в порядке.
Так, здесь патроны оставлял вроде. Не смог взять. Да, отлично. Нет, не прилипай, а беги. Так, нам определенно туда. I'll take it. Урон крупнокалиберного пистолета. Ну, подумаем насчет этого. Сейф. Been a few seconds faster, I could have stopped them. Is this Saket? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? You mean this body? Я не знаю, что сейчас происходит, поэтому давайте лучше выясним это. Что происходит, твою дивизию? Liara. Something I should know? This is the woman who tried to kill me. You've had a rough day, so I'll let that slide. Why don't you put that gun down? I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. В принципе, вполне может быть. По крайней мере, Лиаре я всегда верю. You didn't know where Liara went, because she hid the message. You needed me to find it for you. Thanks for the help. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Saket, took his data, and killed him. I'm guessing she's still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's on it. You pureblood bitch! Ничего себе. Так, нужно помогать Лиаре быстро. Зарядимся, нужно найти патроны. В определенный момент во время ролика у меня игра зависла намертво. Мне пришлось перезапускать полностью компьютер. Но это был единичный случай, как видим, сейчас все нормально стало. Так, мне нужны патроны. Без патронов я ничего не смогу сделать. Черт, а патронов-то нигде и нету. Твою ж дивизию. Нехорошо. А, есть патроны, хорошо. On the ground, now! Reaper,
She's one mean mother, huh? Impact shot! Еще есть? Дверь открылась, даже бежит. Блин, нечем стрелять твою дивизию. Да не вставай ты там и лежи. Так, мне патроны нужны. Мне срочно нужно... Еще! Да сколько ж вас там? Мне патронов нету, чтобы с вами разбираться. Блин, на пистолет нету патронов. Да что ж такое? Мне скоро придется идти в рукопашную с ними драться. Так, будем бегать, собирать все, что можно. Лифт. Лифт мне не нужен, вроде бы. Мне нужны патроны. О, отлично, отлично, хорошо. За Лиару я любого порву. Ничего, мы ее найдем. Взять Джейкоба или Грюнта мы можем... Блин, мы не можем обоих взять. Давайте возьмем Джейкоба... Нет, давайте возьмем Грюнта. Надеюсь, Джейкоб не обидится. Но Грюнт он как-то... помощнее будет, посильнее. Вот было бы круто, если бы нам дали сейчас еще возможность полетать, поуправлять. Это было бы вообще очень круто. А, управление аэрокаром, внизу подсказка. Слушайте, может нам реально сейчас... нам дают поуправлять, ребята, вау! There she is. Hang right. No, wait, left. I'm on her. Hang a left. Так, ну управление, я вам скажу, так себе. Вверх-вниз, я не знаю, как подниматься. She's around the corner. То есть мы летим по одной плоскости только. We're not going to the construction site, are? Oh, goddess. She's getting away. I'm not letting her escape with that data. Лера, подожди, я впервые в жизни аэрокаром управляю. She's getting away. She's almost out of range. Хорошо, что за ней такой шлейф остается. Go, 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 go! I'm going. I'm not letting her escape with that data. Что-то мы не успели, что ли? Хорошо, что за ней шлейф остается, то есть видно, куда лететь. I'm going. She's getting away. Traffic, oncoming traffic. We'll be fine. А, вот как ускоряться, слушайте. Hurry, Shepard, we're losing her. She's dropping proximity charges. I noticed. Ой, твою ж дивизию. She's got reinforcements. What kind of guns does this thing have? It's a taxi. It has a fare meter. Wonderful. Truck. I know. Truck. I know. Тихо, тихо, тихо. Все,
Okay. There we go. You're enjoying this. I had oncology at this speed. Yeah, I hear those can be bad for you. Ну так-то летать можно бесконечно. Знаете, что-то мне напоминает? Фильм «Пятый элемент». Вот прям жесть как напоминает. Truck. Again? Watch out. There's Vizier's car. Come on, she can't have gotten far. Так, нужно аккуратно. They're dropping reinforcements in to slow us down. They've blocked the door. Neutralize the drone. Еще, товарищи. Shield your eyes. Блин, патронов нет, да чтоб ты был здоров, так будем вот это использовать. Да вы что, бесконечно будете пролетать? Да твою ж дивизию, когда вы закончитесь, блин? Watch out, flashbangs. Твою ж дивизию. Сдохните, блин, мне стрелять нечем, 6 патронов осталось, так. Патроны. Так, плевать, что там сзади происходит, мне патроны нужны. Да-да-да, окей, сейчас мы заберемся, куда только скажешь, Лиара, ну подожди, мне стрелять нечем. Аптечка, ну возьмем на всякий случай. Другое дело. Вот теперь я чувствую себя готовым к бою. Так, она хочет, чтобы мы туда залезли, да? Ну окей, в принципе, не вопрос. Unarmed.
We didn't see anything. Да не бойся, я тебя не трону. Вау. Соблазнительное видео. What kind of hotel is this? Azure. It's a luxury resort with an exotic edge. Azure is slang for a part of the Asari body in some areas of Ilium. Where? Mainly the lower reaches, near the bottom. I meant where on the Asari body. So did I. Я... Это был забавный диалог. Я понял, о каком месте говорит Лиара. Так, здесь стекло. Да ёпрс, это настолько прозрачное, что я пытаюсь туда пройти. Нельзя его пострелить? Нет? Так, и тут стекло, да твою ж дивизию. This might be useful. Защита от урона пригодится. Vizier got hurt in the crash. That should slow her down. She's lost a lot of blood. We have to be getting close. She's tough. We'll give her that much. She's a specter. Так, нам наверх туда подняться или... А, туда нельзя, по-моему, подняться здесь. Тогда только сюда или еще туда можно? Стоп. Так, можно оружие поменять. Нам не нужно это. Так, тут люди. Тут нельзя бой устраивать. Hey, hey you. Come here. What's your name? Mariana. Mariana, you want to live, don't you? Tell those people that you want to live. Please. Мариана, я тебе помогу. We'll get you out of here safely, Mariana. Well, that's good to hear. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Mariana's little boy to grow up without a mommy, Shepard? Thermal clips on the ground now. Power cells too. И не собираюсь, я не из тех, кто бросает оружие по приказу. Убьешь, это будет на твоей совести, но я оружие бросать не буду. Я выстрелю, если придется. Is that it? What? Vizier, I sacrificed hundreds of human lives to save the Destiny Ascension. I unleashed the Rachni on the galaxy. So for your sake, I hope your escape plan doesn't hinge on me hesitating to shoot a damn hostage. You're bluffing. Now, Liara. Неплохо продумано, мы время потянули, отвлекли ее. Ой, какая она шустрая, где она? Она меня выбивает из укрытия. Так, а если... Вот так. Так, что у нас по патронам еще? Вот это берем. Где она? Твою дивизию. Вообще не понимаю, где она.
кто куда стреляет, что называется. Так, твою ж дивизию, дроны какие-то, я не хочу на вас тратить оружие. Черт. Да отойди ты, Грюнт, мне спрятаться нужно, и полечиться бы еще в идеале. Где этот дрон? Я его слышу. Ага. Ну, барьер почти пробили. Сейчас опять дроны будут, да? Нехорошо. Ой, нехорошо. Да подожди ты, я патроны хочу взять. Watch out, Chuckwing. Получилось. Sakat's personal data pad. This has what we need to find the Shadow Broker. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the Council to work for him? You think I betrayed the Council? Like Saren? Go to hell. The Broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the Broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Ну что ж, вы перешли черту. Spectres don't blow up buildings filled with innocent people. Sure we do. We get our hands dirty so the Council doesn't have to. The Councilors might complain about our methods to soothe their consciences, but they never look too closely. Besides, you're with Cerberus. You have any idea what your terrorist friends have done? Да, забыл, в смысле, ну да, забыл, как они себя ведут. I know who they are and what they've done. It doesn't matter. I think it does. You want to judge me? Look in the mirror. Kidnapping kids for biotic death camps? Killing Alliance admirals who ask questions? And you're with them. Don't you dare judge me. Don't you? Надо убедиться, что она мертва. Прострелить голову, ну на всякий случай. Civilian casualties not a concern. The Seer's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. He'll know about Vizier before long. If he decides to kill Farron. We won't give him time. Не успел я нажать. Normandy's stealth systems to get us in close undetected. The Shadow Broker's agents are still shooting their way through Ilium. With luck, they won't notice we've left until it's too late. That's a little cold. They killed innocent people. You know what I mean. Do I? When I hit the ground back at the Trade Center, you went after Vizier without a backward look. A little fall wasn't going to kill you.
I had to stay on Vizier. I had to stay rational, make the call, like I did with Sakat. That's Vizier's fault, not yours. Sakat had no idea what the stakes were. I put him in harm's way to get the data I needed. I got him killed. And I'd do it again. But from here on out, things will be simple. Get in, get Farron, get out. And kill anyone who tries to stop us. That's it? That's it. Sounds like a plan. Вот неудобно, что в роликах появляются моменты, когда нужно совершить, допустим, геройский поступок, сказать какую-то фразу. Я обычно, когда идет ролик, руки вообще убираю со стола, чтобы насладиться просмотром. И не успеваю просто нажать. Так, опять выбираем отряд. Берем, конечно же, Грюнта с собой. А мы только одного можем взять, да? Но берем с собой Грюнта. Он живучий, он сильный, он молодец. Он мне нравится. Snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. How do we get inside? The shuttle bay is locked down. We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. In this lightning, but I'm picking up signals from a communications array near the back of the ship. There's nothing below but maintenance equipment. We have to find an entrance near the back shielding. Хорошо, Алиара, мы это обязательно сделаем, но, пожалуй, займемся этим мы уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.